Друзья, вы заметили, что никто так остро и болезненно не воспринимает вопросы прогноза погоды, как москвичи. Каждое новое сообщение о погоде буквально бросает москвича к радиоточке. Такое ощущение, что все живут под открытым небом. Особенно тяжело переносятся атмосферные осадки. Золотые небесные молнии расстегнулись одна за одной. Грянул гром, и прохожие поняли, что на смарку пошел выходной. А капли звонче капают, кап, 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 кап. А дождь навстречу топает, топ, топ, топ. Таким и был, наверное, кап, кап, топ, топ. Таким и был примерно всемирный потоп. Таким и был примерно всемирный потоп. Два шага по потопу протопано, а одежду, ну, хоть выжимай. Эх, ботинки мои, да потопные, с вами кончено, так понимай. А капли звонче капают, кап, 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 кап. А дождь навстречу топает, топ, топ, топ. Конечно, не против экзотики, даже ливень бывает хорош. Но экзотика лучше под зонтиком при наличии пары калош. Капли звончик капают, кап, 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 кап. А дождь навстречу топает, топ, топ. Прошел примерно всемирный поток, и так прошел примерно всемирный поток.